Лимончики мои, приготовим вкусную домашнюю ароматную горчицу. Берем горчичный порошок, соль, сахар, перемешиваем. Добавляем воду. Затираем, чтобы не было комочков. Остатки комочков добиваем венчиком. Наливаем кипяток на 5-7 минут. Это уберет лишнюю горечь. Берем рассол маринованных огурцов. Это придаст аромат горчицы. Для мягкости добавляем растительное масло. Горчица получилась нежная и вкусная. Готово!